покупаешься гречкой? Честно говоря, нет. У меня как бы так себе обстоятельства с едой. Я как-то с ума не схожу. Мне кажется, что все в магазинах будет так и так. Так, привет, привет. Ну, что так делать? Спасибо тебе огромное от моей мамы. Передала тебе, чтобы ты была счастлива. Здоровья крепкого. Спасибо большое. Так, как твои дела? Спрашивает меня Оскар. Осик, у меня все хорошо. Сижу дома. Ты что? Где ты как-то? Воробьев, вот с кем там? У тебя с каждым днем подписчиков все меньше. Слушай, ну сейчас ночь вообще-то. Как относишься к выбору Валеры? Никак. Мне вообще без разницы. Так. Почему вся страна закупается туалетной бумагой? Честно говоря, не понимаю. Вот, ну, конечно, такое некрасиво говорить, но я просто не понимаю. Вот я всю жизнь пользуюсь биде. Вот всю свою жизнь у меня стоит дома биде. Где бы я ни была. Почему нельзя помыть жопу, а нужно бежать за туалетной бумагой? А. Все, я отключаю, доченька. Я вот реально искренне не понимаю. Вот реально вообще, вот никак, вот хоть убей, не понимаю. Мамочка, я больше не буду воду включать. Или спать будем сейчас ложиться. Не-не-не. А, давай. Сейчас сделаю тебе. Подожди. Сейчас сделаю. А, вот это будешь? Вместо масок бумага. Так прям вместо масок. Нет. Доченька, подожди, я вот думаю, что это такое тебе тут достать. Нет. Из-за Ленина. Ленина нужно. Ленина. Будешь суп? А, нет, я знаю, что я тебе сделаю сейчас. Сейчас же есть еще вот это с мясом. Короче, сейчас, подождите секунду. Сейчас, доченька, ты тоже подожди. Так, что Бетти так поздно не спит? Потому что мы с ней вчера до утра не спали, и она сегодня очень поздно проснулась, прям очень-очень-очень поздно. Теперь... Я поставила, доченька, сейчас разогрею. Я поставила, Зай, почему ты слушать не умеешь? Почему ты слушать не умеешь? Иди ко мне. Почему ты слушать не умеешь? Принцесса моя, я тебе поставила греть, сейчас разогреется. Я же не сковородка, я не... Ну, тебе... Ну, не, доченька, ну я же поставила уже, сейчас разогреется, Зай. Вот поставила, смотри, на плиту, вот, вот стоит, вот смотри. Так, к воде не подходить. К воде не подходить. Мамочка, подожди, я просто... Вот стоит, смотри, Зай, вот поставила я, сейчас разогреется. Доченька, подожди. Мама. Посади себя на стул. Подожди. Сейчас, подождите. Садись. Ого, ты что такая мокренькая? Дай сниму футболку. Да. Моя любовь. Моя маленькая козявка моя. Козявушка моя. Моя козявка. Книжки спят. Одевайся. Доченька, одевайся, давай. Сказка спать ложится. Почему ребенок такое позднее время спит? Мы не можем уснуть поздно, проснулись сегодня.
А почему вы не спите в столь позднее время? Доченька, я грею, зайчик, грею. Подожди, солнышко, подождите секунду, сейчас я ей доложу. Иду. Иду, зайчик, иду. Ой, да. Да, ой, да. Ну, чтобы... Сядь нормально, пожалуйста, не надо так вот сидеть. Села на стул свой и сиди, хорошо? Не вставай. Не надо вставать, это плохо, ты можешь упасть. А если ты упадешь, тебе будет больно, а надо себя беречь, доченька. Я что, мы же тебя любим, и ты себя любишь. На, зай. Я тебе помогу. Одевай. Вот так. А теперь садись, вот кушай. Что тебе дать? Что, вот это? Да. Зачем тебе это нужно? А, чтобы ты баклажанчик положила. Но он же не съедобный, дочь, он же игрушечный. Да. Так, что там кто пишет? Господи. Так. У нее всегда открыты шкафы. Я не знаю, что за тупая привычка. Мне так это раздражает. На самом деле, я должно быть все закрыто. И я вот сама замечаю, что постоянно у меня открытый шкаф. Так, мои дети тоже не спят. Я так всегда не знаю, как они стоят встать в 7:30. Слушайте, давно как у детей не спят, господи. Только у балабола, только балабола там диванные сидят. Что-то у них придет жизнь сестров, они там кого-то учат. Или знаете, может... их дома там свекровь гоняют, и они пытаются куда-то, ну, где-то еще хотят свою власть показать. Вот. Свекруха, наверное, дома гоняет, как ссаную тряпку. Вот, и как бы надо же где-то выговориться. Кого-то тоже погонять. Синдром охранника называется. Черт, что такое. Так, Татка, ты сама себя красишь, классно. Спасибо большое. Да, я сегодня вот в прямом эфире, кстати, делала макияж. Хорошо, когда открыт шкаф, вещи проветриваются. Так. Бетти ест все или отдельно готовится? Бетти все ест. Ну как, в принципе, для нее и готовится. Я свекровь проводила пару лет назад. Так. А, ты супер, спасибо большое. Так. Татка, дай совет, как схуднуть легкий способ. Девочки, не бывает никакого легкого способа. Пока не перестанете жрать как невменяемое, то, чем я сейчас занимаюсь, тоже, то никогда ничего не изменится. Надо обязательно хотя бы, если не занимаетесь спортом, то хотя бы много очень ходить. Хотя бы очень много ходить. Так, сейчас никто не заметил. Я просто нос закапала, все течет. Так, можно на балкон шкаф поставить? Не знаю. Так. Микрофон. Что, микрофон плохо слышно? Пить воды и ночью не есть. Вот слушайте, я по поводу воды, кстати, не согласна. Я не пью много воды, я ее пью очень мало. Сейчас. Я ее пью очень мало, и когда у меня есть такие специальные весы, которые там рассказывают твой биологический возраст, сколько у тебя весит кости, сколько у тебя весит жир, какой у тебя метаболизм, сколько у тебя воды и так далее и тому подобное. Так вот, у меня всегда показывает программа, что у меня воды в норме, хотя я воду пью, если честно, очень мало. Считаю, что когда лично мне вот... если я буду пить много воды, я только буду пухнуть, мне кажется. Поэтому я вот не согласна с этим. Так, ага, много ходить, ставили рыбьи глаза и не пиликать. Что сказала? Сама не поняла, по ходу Наташа. Наверное, что-то с головой ку-ку.
Так, ты жесть как схуднула. Да не жесть я как схуднула, ребят. Во-первых, камера прибавляет 7-10 килограмм. Я пришла на проект, была 58 килограмм. Ушла рожать, была 68. А в роддоме я оставила 8... Нет, была 72, по-моему, что-то такое. В роддоме я оставила 8 килограмм. Стало там 62 или 63 килограмма я ушла с проекта. Ну и все, и потом просто похудела опять, грубо говоря, относительно свой вес. Ну что там, я сейчас 55, я уже не такая худая, как была там еще пару месяцев назад, 49 была, сейчас немножко подправилась. И сейчас уже надо опять начать. Ну просто не то, что поправилась, я просто ем много, и все, я стала есть Макдональдса там целыми днями, ну то есть такое. Естественно, если я буду нормально есть, то ничего. Я когда родила ребенка, я себе заказывала правильное питание. То есть мне сразу привозили боксами, я никак не заморачивалась, я просто купила себе это правильное питание. Ела по режиму, и то там на 5 дней, типа, на 5 раз, по-моему, питание. Мне не все нравилось из этого, я только ела там, допустим, утром и вечером, то, что мне нравится, и все. И также я ходила на кенгу джампинг, занималась спортом, как бы, ну, никакой так такой фантастики нет. Так. Ты изменила форму бровей? Ну, я сделала просто себе этот, как называется, как это называется, сейчас скажу. Господи, забыла. Как когда брови наверх типа поднимают, как эта штука называется, забыла. Ламинирование бровей, вот. Дайте совет, как можно поправиться. Мой вес 45 килограмм. Боже, это моя мечта весит 45 килограмм. Так. Я тоже не помню, как называется, потому что я вспомнила ламинирование бровей. Так. Давайте кого-нибудь добавим. Ой, какой-то у нас тут индусик, ребячки, подождите к нам. Черт, он не может нас присоединить. Индейцы от нас отказался. Так, еще второй человек от нас тоже отказались. Ребята, нахрена вы присылаете вопросы, если вы на них, ну, как бы, не отвечаете, сбрасываете? Это в чем прикол вообще? Зачем вам нужен тогда? Так, давай, иди с вами, не бесите. Ну, что ж, не можешь присоединиться? У меня сегодня день рождения, поздравления. Асмик, я поздравляю тебя с днем рождения. Пускай этот год тебе принесет много радости, несмотря на все происходящее. Я желаю тебе найти крутую работу, от которой ты будешь просто офигевать и каждый день не идти на работу, а просто лететь, пердеть и радоваться. Также я желаю тебе заработать кучу денег и воплотить в реальность все твои маленькие и большие мечты. Так... Какие процедуры делала с зубками? Никакие у меня, ну как, процедуры никакие не делала, делала только одну процедуру, я ставила себе виниры, у меня стоят виниры. Вот. Ну, у меня тоже сегодня день рождения, поздравь меня, только без пердеть. Яша, тебе я желаю 2 раза лететь, пердеть и радоваться, в 2 раза больше счастья, в 2 раза больше денег, хорошую работу тебе, ну, такую прямо, о которой ты прям мечтаешь, вот. Ну, и когда будет тебе много денег, купи мне квартиру, все. На этом мои пожелания закончены. А правда, что вы с Максом встречаетесь? Кто такой Макс, вообще не знаю. Так. Тата, пожелай Тае и Джабраилу счастья и любви. Желаю Тае и Джабраилу счастья и любви. Так, ладно, все, давайте закончим этот маленький грузинский вечер с тостами и перейдем уже к нормальному разговору. Тата, твой папа живет с вами? Нет, я живу одна. Мой папа со мной не живет уже очень много лет. Я уже тетка Мотька взрослая. Уважаю. Спасибо, Яшечка, я тебя тоже.
Доброй ночи, пришельцы. Ремонт квартир. Привет. Как тебя хоть зовут-то? Так, спасибо, ты крутая. Спасибо большое, мне очень приятно. Так, ну что, тут у меня три вопроса завалялось. Так, в каком районе ты живешь? Я живу в ЖК Филиград. Так, Андрюха, ой, я запомнила. Тата, переведи стих, который ты рассказывала на мигрельском. Ну, слушайте, его если перевести на русский, он будет вообще не смешной. То он именно смешной на мигрельском, на русском он будет беспонтовый. А тебя? А меня зовут Валюха. Так, покажи свою доченьку, она сидит за столиком и все кушает. Были ли еще мысли, как назвать дочку? Да, я хотела назвать дочку Мишель, прям очень сильно хотела, но потом передумала и назвала ее Беатрис. Беатриса. Где покупала виниры? В смысле, где покупала? Мне их ставили в стоматологии. Их не покупают нигде. Так, на папу похоже. Спасибо. Мне так с детства, кстати, говорят. Посоветую карандаш для глаз. Я пользуюсь карандашом для глаз Urban Decay. Цвет Stash. Так, классный ЖК. Мне там подруга живет. Да, я очень люблю свой дом. Так что, если у меня будет карантин, мне, в принципе, не страшно, потому что в моем же доме, если я спущусь просто на минус первый этаж, у меня там будет целый торговый центр, перекресток и так далее и тому подобное. Так что, в принципе, даже думаю, если будет какой-то сильный трэш, мне даже на улицу ходить надо, просто спустилась вниз, и ты уже в магазине. Маленькая. Выходишь? Убирают? Выходи. Дай уберу это. Дай поцелую. Дай поцелую. Дай поцелую. Я хочу целоваться. Я хочу целоваться. Я хочу целоваться. Я буду целоваться. Я хочу целоваться. Иди сюда, Зая. Так, как тебе имя Руслана? Назвала бы так дочек. Ну, нормальное имя, но свою бы дочку я не назвала Руслана. Ну, просто не потому, что вообще все имена нормальные, на вкус и цвет. Ой, все, ты решила все сломать? Молодец, какая ты у меня. Бомба, обожаю тебя. Моя маленькая, моя кукуська. Что ты хочешь? Тебе налить что-нибудь? Будешь что-нибудь пить? Нет, Коя еще не пришла. Давайте налью попить, зайчик. Подождите, ребят, сейчас. В кроватку, пошли в кроватку. Да-да-да-да-да-да-да. Зайчик, мой маленький зайчик. Доченька, не надо ногами меня только не бить. Дай ножку поцелую. Дай ножку поцелую. Дай ножки поцелую. Дай ножку поцелую. Ну, дай ножку поцелую. Так. Ребят, я себе делаю нос скульптурированием. Вы меня достали. Возьмите себе скульптор и рисуйте себе нос хоть хер на жопе, блин. Что хотите, рисуйте. Достали меня уже со своими этими носом моим. Такой у меня нос. Все. Любите меня такой, какая есть. Вот так мне нравится. Мне так по кайфу. Так, да-да, у вас там есть еще торговый центр и спортзал еще. Я часто бываю в вашем ЖК. Да, у нас спортзал тоже есть. Только я не знаю, наверное, он тоже закроется 20 числа. О, доченька, ты слышишь, кто-то пришел. О, это кто пришел, зайчик? Это кто пришел? Это кто пришел? Коина пришла. Коина. Да, доченька, иди сюда, не надо. Сначала Карина ручки помой, потому что надо сначала ручки помыть. Иди сюда, иди, зайчик. Иди сюда, моя принцесса, не обижайся. Сейчас Карина помоет, все снимет, и она будет тихонечко. Так, что рассказать, что рассказать? Я что-то пропустила, все, 45 раз позвонили, 45 раз... Так, это мать приехала ко мне. Коина, это какая-то моя тетя. Это вот кто мне всегда помогает, и ребенку, который, то есть такое.
Ну, еще она бы типа на крестную. Ну и мать тут. Так, кто пришел? Валера, что ли? Нет. Валера ко мне не ходит. Ну, тут недавно был, но я его прогнала. Так, Татьяна, сколько ты весишь? Меня зовут не Татьяна, меня зовут Тата. Так, мама моя живет в Китае, парень мой в Америке, я здесь сейчас. Карина грузинка, да. Здрасте. Почему ты прогнала Валеру? Ну, так, чуть вздорились немножко. Немножко повздорили. Тата, извините, вы в Москве. Почему малышка не спит? Да, мы в Москве, потому что малышка сегодня поздно проснулась и пока не хочет ложиться спать. Я ее под дулом пистолета не отправляю. Таточка, ты красотка, добрая, хорошая, и в то же время бой-баба. Ну, кстати, раньше я была больше бой-бабой, чем сейчас. К сожалению, потому что раньше я такая была. Вот мне надо было, чтобы вот сказали именно так, как я хочу, чтобы вот... И как-то я всегда свою отстаивала и прям доказывала. Сейчас у меня такого нету. Или просто у меня нет ни с кем конфронтации какой-либо. Даже не знаю. Вот. Я уже стала размазня. Раньше какая-то пожёстче была. Так, кто по знаку зодиака? Я рыба. Я рыба рыбная, я рыбешка. Какие принимаете витамины? Честно говоря, никакие витамины не принимаю. Я себе недавно прокалывала курс витаминов. Не курс, а вот витамины себе колола для иммунитета, когда улетала, чтобы, ну, как бы для иммунитета. Колола все витамины. Это в любом случае лучше, чем жрать таблетки. Это сразу попадает тебе все в кровь и как бы начинает намного быстрее действовать. И, в принципе, я полетела, у меня не было никакой акклиматизации, я не заболела, ничего со мной не произошло, я полетела, все нормально, чики-пуки. А, так, что еще вам рассказать? Так, ну, тут Джимми-Джимми Ачачи добавят, но они мне не добавляют Джимми-Джимми Ачачи. Почему-то никто не может присоединиться, мне кажется, какой-то... Так, когда полетишь в Америку? Полечу в Америку, как только откроют границу, и я сразу же чупну отсюда. И как только в Америке тоже все откроется, первым делом... Нет, сначала я пойду в Майами, а потом я очень хочу поехать в Лас-Вегас опять. Мне очень понравилось в Лас-Вегасе. Там очень круто, ты выходишь на улицу, там такие накачанные ковбои стоят, тебя ждут. Не, вообще очень прикольно, вообще реально, если так взять, Лас-Вегас очень крутой тем, что... Там, короче, нет нигде, ни в каком заведении, нет ни окон, ни двери. Дверь-то есть, конечно, нет окон. Для того, чтобы люди не понимали день или ночи, как бы, чтобы они играли, были в азарте, короче, и вообще не понимали, что там на улице происходит. А также, когда ты днем выходишь на улицу, там очень прикольно... Всякие, короче, стоят такие голые ковбои, у них такие тела красивые, они такие в джинсиках, без маечки, в этих вот остроносых... ковбойских ботиночках, и они там тебе все что-то вслед орут, кричат, а ты такая вся идешь невозмутимая. Потом там ходят всякие телки тоже, они в таких костюмах с крыльями, с голыми жопами, кто-то даже с голыми сиськами, вот просто такие штучки только приклеены, и они такие ходят, ху-ху, по городу просят деньги, чтобы с ними. То есть ты типа платишь им деньги, и они с тобой фоткаются, а что там еще прикольного есть? Везде курят марихуану, еще что там? Да в целом вообще очень крутой город, мне очень нам понравилось. Понятное дело, что в таком городе жить, ну, как бы не очень, но Джиган Луки с пятерочки тухнул себя, поверил. Так, нравится ли тебе в России? Я очень люблю Москву, очень сильно. У меня 3 любимых города, нет, уже 4. Ну, хотя я очень люблю Москву, я очень люблю Монако, и я очень люблю Шанхай. Нет, все равно 3 у меня самых любимых города, которые я имею в виду вот как бы для, типа, для жизни. Ну и в Штатах тоже, смотря где честно, мне не очень нравится в Штатах. Мне
Просто это страна реализации, возможностей, там очень круто, там очень прикольно, но опять же не везде. Но Америка настолько большая, что ты всегда можешь найти как бы свой уголок. Мне по душе больше Флорида, и мне по душе больше штат Невады, нежели там, допустим, Нью-Йорк. Нью-Йорк вообще не мое, вот настолько не мое, что мне там ничего не нравится. Хотя, когда я изначально прилетела в Майами, я думала, что, думала, хрень какая-то, думаю, сейчас я прилечу в Нью-Йорк. Да, тут-то сейчас будет, думаю, то, что я никогда не видела. Я прилетаю в Нью-Йорк, понимаю, что это просто грязная параша, просто самая настоящая, и ничего там прикольного нет. Но некоторые люди сходят с ума. Так, на вопросы отвечают в эфирах, они по ушам льют. Зеленского, знаете, конечно, я вам сейчас еще чуть-чуть водички добавлю. Вот вам. Нормально? Хватило воды? Так, она игнорирует вопрос про маму. Какой вопрос про маму? Что с мамой? Господи, моя мама тоже есть Инстаграм, вы все ее прекрасно знаете. Ты что рассказываешь? Ты бы осталась на помощь? Я не хотела бы жить ни в одной стране на все время. Я хочу полгода жить, хотя бы три, ну, полгода в Москве, полгода где-либо еще. Так, Сухумская. Ваша мама сидит в Инсте? Да, Марина Тристановна ее зовут в Инстаграме. Муж любил и ушел. У нас дочь вообще спокойный человек. Теперь... Жалеет. Не поняла, какая предыстория была, не увидела. На Time был Бартик, снимал стрим, обалденно, прям середине стрим, обдолбанный, прям посередине. Кого снимал? Не поняла. Может, Евротур прокатимся, но все. Евротура теперь нам долго тоже не видать. Мама, как твоя? Наш Китай. В Китае все хорошо, там уже все, коронавирус уже проходит, только у нас тут все начинается. Так, ты секси, спасибо большое. Та дорогу рахар. Медзален каргат варматло. Чен, ткен, чен. То, что водички добавила, мне нет смысла. Я, в принципе, слышу, просто задала вопрос, как многие другие выигнорить. Слушайте, ну, у меня тут 300 человек сейчас, я не могу за секунду отвечать всем 300 людям сразу. Тат, если не секрет, сколько вам лет? Мне 27 лет. Мне 27. Так, а кто у вас любимый актер? О, я же скажу. Значит, мне очень нравится Том Харди. Еще у меня... Так, подпишитесь на Марину Тристану, но знаете, как в Китае. Извиняюсь за китайцу. Нет, подпишитесь на мою маму, да. А значит, Том Харди я очень люблю, Тома Харди. Еще мне очень нравится, если кто-нибудь смотрел сериал «Дневники вампиров», и потом от него... Там был, короче, чувак один, его звали Клаус. Он был такой самый злой вампир, и мне он очень нравится. Мне кажется, он такой властный и очень такой сексуальный. Но если посмотреть его фотки в Гугле без этого сериала, то чистый рыжий урод. Но там просто у него крутой образ такой, знаете, харизма, и он такой типа весь властный, такой весь крутой. И ты типа такая... А так вообще на фотках лошара. Ну, как-то так. Да. Еще кто мне нравится? Сейчас скажу. Еще мне нравится актер «Война значит война», вот где Том Харди играет, и второй такой голубой напарник, он тоже мне очень нравится. Так, такая красотка, я тебя любила на «Доме 2», ты часто плакала? Да, я очень много плакала. Но там, на самом деле, очень плохо ко мне относился мой бывший супруг, и я всегда только плакала. Так, стена не заметила, стала маленькая. Так, по поводу моего цвета волос, девочки, не задавайте мне этот вопрос, понятия не имею. Снимала обдолбанную девушку, которая валялась среди людей на Таймс-сквер, видимо, потом там
ужасно везде. Ну, там вообще, там утром, если приходишь в Нью-Йорке... Вот, а знаете, какой у меня прикол? Значит, прилетаю я в Нью-Йорк. У меня мой бывший одногруппник с университета, он китаец, он сейчас живет там, в Америке, а он входит в топ 50 самых богатых людей Азии, ну, его семья, точнее. Они там в 19 веке правили Тайванем. Ну, то есть там такая диаспора, у них своя сеть банков, ну, невероятно богатые люди. Ну, представляете, да, топ 50 самых богатых людей в Азии. И, значит, я такая прилетаю в Нью-Йорк, я ему звоню, говорю, ну, я ему заранее написала, когда я в Майами, говорю, слушай, я в Америке, типа, я говорю, хочу полететь в Нью-Йорк, я говорю, давай встретимся. Ну, мы не виделись сколько? Ну, когда уже, ну, лет 6 мы уже не виделись с универа. И, значит, я такая приезжаю, мне встречает водитель, я приезжаю, мы должны были где-то пойти, типа, в ресторан сходить, ну, и прогуляться. Я такая иду, смотрю, какая-то вообще грязища, какая-то вонючая. Вообще думаю, какой ужас, просто думаю, вообще отврат. И я такая подхожу к нему, говорю, слушай, я говорю, ко, типа, а Манхэттен далеко отсюда? Он такой, знаешь, он такой на меня смотрит, такой говорит, типа, а это и есть Манхэттен. И я такая охренела, что это Манхэттен вот такой вот грязный. И мы потом просто куда-то завернули на какую-то улочку. Ну, так прошли чуть-чуть, завернули. И там уже был Таймс-сквер, все эти небоскребы. Ничего, ну, красиво небоскребы. Но там я такое и в Китае видела вот так вот. И намного там только везде чисто. На этом Таймс-сквере одни индусы ходят, реально одни индусы. Кроме индусов там больше никого, в принципе, и нету. Так, Рагимова, хватит чесать. Что чесать? Что я чешу, я не поняла. Что я была где-то, ну, моя дорогая, я была в куче странах, поэтому мне есть что рассказать. Почему тебя называют татарская? Потому что так Т9 пишет. Муж избил, теперь просит прощения. Как думаешь, стоит ли давать шанс? Блин, я не знаю, это все такое индивидуальное. Когда любишь, мы же все придурки, когда любим. Что делать? Прощаем. Я не знаю, ну, может, шанс всегда надо давать, но не знаю, изменится ли что-то. Хер его знает, не знаю. Нихера, наверное, не изменится. Хотя я не знаю, я не люблю давать в таком плане советы. Каждый человек, он как бы... У меня слишком рожа большая для этого аппарата. Ты с Русланом вместе, ребят, мы никогда не были с Русланом вместе, мы с ним работаем, просто работаем. И очень хорошо общаемся, мы очень хорошо дружим. У нас вообще родители, точнее, с его девушкой, наши родители, точнее, и его девушки, родители, знакомы с моими родителями, поэтому мы как бы все друг друга знаем. Да, прощаю, у меня тоже все было, но сейчас круто. Ох, Катя блатная. Это я проверяю вас на коронавирус. Она, видите, даже со звуком. Это так сбьется мое сердечко, когда я влюблена. Только хер знает в кого. Короче, что делать? Надо приобрести Лерлеву Хешину. Да, я послушаю твое сердечко. Дышите глубже. Так. Что думаешь по поводу коронавируса? Что думаю, блин? Чтобы... Ой, аж голова закружилась, так глубоко дышала. Ну что я могу думать? Скоро нас будет... Чтобы митингов не было, естественно, что нас закрыли, типа, хотят закрыть якобы на карантин. Что там в мире происходит, не понимаю. Для меня это холодная война, честно сказать. После второй режет. Мне только на 3 раза хватило. И устала, все. И спать. Тата, как называется твоя притча? У меня притча называется каскад. У меня лестница или каскад, не знаю, поэтому я назвала это лестничный каскад и моя фирменная челка от Татки. Я, кстати, всю жизнь хожу вот с такой, ну не всю жизнь, ладно, вру, но вот такой челка у меня, в принципе, уже очень давно. Тата, ты не паникуешь, как все с гречкой и
тулбум. Тулбум это что такое? Так, с гречкой вообще не паникую, ни хрена не знаю. Ничего не будет. С голоду не помрем. А если? Я думаю, что единственное, что может... Я уверена, что все продуктовые будут работать в любом случае, потому что государство, ну, не имеет права нас реально оставить без жрачки, то есть по-любому будут работать продуктовые, и по-любому будут работать аптеки, и также больницы, естественно. Единственное, что нас может расстроить, это не то, что у нас будет, что у нас продуктов не будет, а то, что продукты будут чуть-чуть дороже из-за доллара, вот и все. То есть, если там гречка раньше стоила 100 рублей, сейчас будет 150 рублей, там, ну, я не знаю, сколько, что там сколько стоит, но вот, короче, вы мне помните. Единственное, что может быть, это поднятие цен, но не более того. Но то, что цены поднимутся, это факт. Люди не из-за коронавируса паникуют, а из-за доллара. Да я не думаю, что они из-за доллара столько гречки покупают. Слушайте, они 30 раз больше потратили. Также я не понимаю, зачем туалетную бумагу скупать, когда можно жопу помыть. Не знаю, вот, конечно, некрасиво говорить, уже 45 раз сегодня говорила, но я реально не понимаю. Но всю жизнь, вот я, например, пользуюсь биде. Я вообще не понимаю, как, зачем, ну, прям такой ажиотаж делают из этой бумаги, как будто это что-то, какой-то трэш. Пошел жопу помыл, у тебя все чисто и прекрасно. В 1000 раз лучше. Ну, вообще, это в 1000 раз для меня лучше, чем пользоваться туалетной бумагой. Взял бидешку, попшикал и пошел дальше себе. И жопу полотенцем вытер, и все. Но я реально не понимаю вот этот вот какой-то ажиотаж нереальный на туалетной бумаге. Уже подорожали продукты. Ну, конечно, потому что люди бегут в магазы. Я тоже, если бы магазин имела, все, что я продавала бы сегодня по 100 рублей, завтра по 300 продавала. Ну, а что делать? Ну, все зарабатывают как могут. В любом случае, накрутка идет. Люди скупают это все как бешеные, как будто нас без магазина, как будто нас без хлеба ставят. У нас же не война реально, мы же не бегаем там под этим. Конечно, зачем штукатурить жопу? Не, ну я честно считаю, я за биде всю жизнь была, есть и буду. Сперва вытереть, потом помыть. Ну, я не знаю, как вы там, я не знаю, как вы там срете, у кого там жопа мажется, не мажется. Давайте это оставим каждый при себе. Кто как хочет, так жопу и моет. Так, кто как хочет, пускай так жопу ему это вытирает. Мы с вами, так, что там у нас, кто еще, кто что забыл? Так, Григорян мне все пишет уже 45-й раз, ты секс. Ты слышишь, что мы жопу и туалетную бумагу обсуждаем? Какой секс? Нам сейчас не до секса, у нас тут более глобальные проблемы. Секса во время коронавируса нет. Или наоборот. Это у меня нет, потому что я одна в этом коронавирусе. А так был бы сейчас какой... Ладно. Господи, что я несу? Ёкарная бабай. Чики-пуки, мам. Покай. Ты состоявшаяся личность? Ну, вроде как я одна половинка целого. Ой, сейчас так красиво было вот так. Вот как будто у меня такие ручки тонкие. А так как это... Жаба лесная. Хотя нет, все равно красивая. Так, Татуль, привет. Ребенок с кем? Ребенок с тетей моей в соседней комнате. Почему Бетти не спит? Потому что Бетти кайфует. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Завтра я тебя целую. Я не помню ничего. Это секс. Так, мы не можем сейчас про секс говорить. Какой секс, блин? Секса нет и не будет. Хотя раз в год и палка стреляет. Так, вернись на дом 2. Слушайте, я вернусь на дом 2, только если реально будет полная жопа с карантином. Это будет единственное место, где реально можно не заболеть, потому что там всего лишь 30 хомяков. Я буду одним из них. И, в принципе, все. И нас там никуда не водят. Григорян, он ручной закончится эфир.
Тата, скажи, смогла бы быть ты с мужчиной, который тебя безумно любит и готов ради тебя на все в этой жизни, но внешнее не твое? Слушайте, ну вообще внешнее, ну лица буду не пить, ну хотя не знаю, нет. Нет, знаете как, бывают такие мужчины, вот ты на него смотришь, он тебе вроде как внешне не нравится, но у него харизма так и прет, энергетика, вот он прям вот, вот какой-то вот он прям вот весь такой... Ну, прям пахнет, тебе нравится, как он пахнет. А бывает такое, что он такой красивый сидит, ты вообще думаешь, боже ты мой, ты тупой какой, не хочу даже с тобой разговаривать. Вот, а поэтому, если тебе как бы с ним, если ты на него смотришь и понимаешь, что рожа тебе его неприятна, что он реально, ну, как бы, ну, не очень, то, конечно, не стоит, потому что я вчера смотрела социальные ролики. Значит, смотрю эти социальные ролики. Есть такой блогер, он такой рыжий, не Альфредо, нет, Альфредо хороший, симпатичный парень, другой какой-то. Он такой какой-то, ну, рыжий урод. И я на него смотрю, он так играет эти социальные ролики, типа, он такой весь хороший, прямо, знаешь, аж такой хороший, аж бесит, блин. Я на него смотрю, блядь, вот все, чтобы у него даже, чтобы у него не было, я его как представлю, вот сразу, знаете, у меня сразу в голове постельная сцена. Я на него смотрю, на этого рыженька, вот эти вот три волосюшки такие сгоревшие, вот эти его устики, блядь, и вот, и, ну, ну, фу, мерзость. Вот знаете, как бы он меня сильно не любил, в принципе, я бы не смогла на него смотреть. Серьезно, вообще не серьезно тоже. Так, можешь ли ты себе представить, что тебе придется 2 недели сидеть дома безвылазно? Слушайте, я просидела несколько месяцев дома безвылазно, у меня была жуткая прям депрессуха, ужасно, и моя жизнь обрела, сука, серые краски, блядь. И я сидела дома вот в этих белых стенах, и мне было очень тоскливо. Когда-то было, ну, интересно было на ваш трек. Ну, это вообще ни хера интересного, это грустно, если честно вспоминать, реально грустно. Ничего хорошего в этом нет. Тата, скажи, пожалуйста, рост имеет значение? Ну, не всегда. Не всегда. Карин! Уходим? Уходим, уходим, уходим! Владивосток 2000! Депрессия — это состояние для... Что? Я же говорю, что я сильная женщина. Или как, знаете, как поет Валерия? Сильные женщины тоже плачут, если слез не видно, это ничего не значит. Вообще я слабак. Какая депрессия? Кто это придумал? Слушайте, то вот вы, вас, видимо, в детстве родители не жалели. Вот я не понимаю. Вот я не понимаю, какая может быть депрессия. Людям бывает психологически тяжело. Психологически, когда тяжело, это огромная проблема, потому что все вот идет отсюда. Если у тебя здесь, блядь, ни фонтан, ни ку-ку, то у тебя ничего в жизни другого не пойдет. Вот надо к этому относиться серьезно. Я вот ненавижу, когда так люди относятся. Какая может быть депрессия? Какая может быть вот это? Ну, потому что, ну, где мы растем? Надо, это не выдумано, это психология, надо к чувствам людей относиться с пониманием, а не считать, что это выдуманное. Поэтому у нас полстраны несчастных живет, когда мне говорят даже, это, знаете, вот мы, ну, ладно, не хочу даже говорить. Порой нужно, конечно, это вас просто, значит, вас никто не дает вам возможности расслабиться, и это, знаете, ваша сугубо личная проблема. Парень хороший, все делает для меня, но он, наверное, со мной все, рост смущает. Да рост — это херня, рост — это не страшная рожа. Нет, страшная рожа тоже ничего не делает, главное, чтобы она тебе была мила. Это, знаете, для меня страшно, для тебя красавец, для меня красавец, для тебя страшный. Просто главное, чтобы не был противненький. Так, ну реально, какая депрессия, когда малышка рядом? А вы что? Ну что? А то проблем больше в жизни нет. Все, если мы вместе... Вода! Это кто косичку распустил? Кто тебе этот хвостик? Ты чего спустила? Мама. Так, короче, я поскакала. Мама. Куда ты собралась ходить? Ну что, уже все, надо собираться, ложиться спать. Батусику. На, больше надо, чем посмотреть. Ну все, короче, я поскакала. Я вас целую.
почему Бетти так... Все, короче, я вас целую. Пока, до свидания. До завтра. Надеюсь, мне завтра тоже будет хорошее настроение. И мы с вами обязательно поболтаем. Подготовьте мне ряд вопросов, которые вас интересуют в директе. Я сегодня все прочитаю. Только денег не просить, сама бомжа. Это мне сегодня 45 тысяч человек прислали сообщение. Да, ты, пожалуйста, я первый раз оказалась в такой ситуации, не знаю, что мне делать, пришли мне денег. Вот я сижу такая, жена Трампа, блин, и сижу, печатаю такая бабки. Так, все, я, короче, пошла. Я пошла играть. У меня сейчас будет горячая ночь. Все, целую, короче, завтра поговорим о губах моих, о жопе, о волосах и о всем, в принципе, о чем мы говорим с вами каждый день. Каждый день у нас одно и то же. Как, каждый раз, как в первый раз. Все, я вас целую реально, все, ухожу по-честному. Все, спокойной ночи. Пока. И вот мой маленький нос тоже последний воздух возьмет, понюхал.